Слава Украине! Привет всем от Полонского. А царь-то не настоящий. Вы знаете, сейчас это уже заметили даже на России. Казалось бы, совсем уже такие верноподданные скрепные холопы начинают роптать и спрашивают, собственно говоря, а кто нами правит? Где пыня? Где настоящий? Вот сейчас я на телеге разместил видео одной, это ни разу не украинка, это конкретно из России, тетенька из Москвы, ссылочка снизу в описании к данному ролику, которая подала, это цирк, это что россияне так могут сделать, это неважно, которая в офис президента, как она у них называется, администрация президента, черт его знает, но неважно, в администрацию, будем говорить, их президента, это, господи, прости, пыни, подала нижайшее прошение разъяснить, где настоящий. Или кто из них настоящий, из вот этих? Вот я дальше просто вам передаю вкратце там аргументы ее. Один выше, другой ниже. Один больше похож, другой меньше похож. Третий вообще не похож. И она больше, она фигурирует фотографиями, фигурирует действительно абсолютно очевидными фактами из жизни. То есть вот он, а вот это не он, а вот это кто? А здесь кто? А вот это который? А последнее время вообще того, который оригинал, уже давно нет. И даже тот, который в морозилке, это, по-моему, тоже не оригинал, это я уже от себя. То есть оригинала вообще черти сколько нет. И это абсолютно очевидно всем. И она подает вот нижайшее прошение тому чуваку, ну, Васильевичу вот этому, объясните, где делся пыня. Это очевидно, что это другой человек, да, там уже и прогоняли через несколько раз через программу старения, смотрели, а также программу омоложения, смотрели того, кого сейчас, вот тех нескольких чудиков, которые сейчас выдают себя за пыню, в молодости они выглядели, ну, совсем не так, как этот, который был пыней. Вот. И это даже не подлежит какому-то, знаете, вопросам, это очевидная вещь, это не он, да. В связи с... Не, ну, для нас, в нашей ситуации, нам как бы абсолютно начхать, потому что и тот вражина, у них там, наверное, коллективное руководство, кто ими руководит, хрен его знает. Вот. Но вот она подает, это русская, она почему подает? Она не знает, кого она выбирает, к черту. Она вроде бы выбирает какого-то Путина, которого никто уже хрен знает сколько лет не видел. Так а кого тогда я избираю, она вопрошает, ну кто это? Кто это? Надо же голосовать идти, а за кого? Вот так. У меня в связи с этим только вот один вопрос к нашим еще дорогим партнерам западным. А вы что, не видите, что царь не настоящий? Вы все с кем? Ну это очевидно, это даже не надо раз, это, знаете, ну блин, это даже нечего объяснять, потому что это разные люди, да, вот тот, что в Мариуполе там был, тот, что там показался, Она, кстати, замечает, да, когда говорит, он показывается одновременно в трех местах, один еще кое-как похож, а тот вообще не похож, а тот вообще хрен пойми кто. А я вот хочу у наших дорогих партнеров спросить, а вот вы видите, что вот... Чудик не настоящий, вообще не пойми кто. То есть, в принципе, у них страной с ядерным оружием руководит непонятно кто. Вообще не пойми кто, да? И вы имеете с ним дело в том, другом или третьем случае. И где вообще тот чудик, который по-немецки умел разговаривать? То есть, и только не надо мне сейчас про ботокс, там речь не о ботоксе, это вообще никакого отношения. Просто это другие люди, которые выглядят совершенно по-другому, они не похожи на того, который был, вспомните, там в 2000-2002 году. Это просто другие люди. Вот. И почему жена ушла так резко, да, и забросали ее деньгами, и дочерей не признают, и дочери с ним никогда не встречаются. Это все вопросы из этого самого. Из этой когорты, да? Вот. Ну, ладно. Допустим, русским все равно, кого выбирать. Я скажу так. Им сейчас поставь табуретку, нарисуй там смайлик на табуретке, да? Скажи, вот это пыня. Вот это, видите, это ручки, это ножки. Вот это передние эти две ручки, два стульчика, эти две ножки. Это ручки, а задние это ножки, значит. Все, это пыня? Ну да, пыня, иди голосуй. Он пойдет проголосует. У них проблем с этим нету, да? Вот. Вопрос, еще раз говорю, к нашим партнерам. Вы же с кем-то должны бы иметь дело,
значит, с избранным кем-то там. А кого они избрали, если у того оригинального никто не видел? Значит, это не избранный, значит, это фиг знает что. Это что у них там, искусственный разум, что ли? Искусственный интеллект или что это? Коллективное сумасшествие.